Привет! Вы, наверное, видели уже, что мы закончили территорию. И сейчас мы вам расскажем, что у нас здесь на нашей территории есть. У нас есть вот такой вот комплекс, который состоит из двух раздевалок, летнего душа и санузла. Пойдемте, я вам поподробнее расскажу и покажу все. Это наши раздевалочки. Здесь дверка открывается, как в салуне. Там стоит лавочка, крючочки. Все очень удобно, аккуратненько сделано. Пойдемте дальше. Здесь у нас летний душ. Душевая стойка у нас Aquanet. Заказали мы ее в сантехнику онлайн. И дальше у нас туалет. Пойдемте, я вам покажу, как он выглядит. В туалете у нас унитаз инсталляции. За унитазом такая беленькая панель. За панелью сделана подсветка. Подсветка у нас, как обычный, центр свет. Унитаз фирмы Rokia, испанский, красивый, белый. С этой стороны у нас расположен умывальник. Он у нас сделан из пластобетона. Это инновационный материал, он более прочный и эластичный, чем бетон. Нам его изготовили Александр и Анатолий из фирмы Алхимия. Умывальник классный, прям здорово, нам очень нравится, он прикольно получилось. Внизу тумба. Всю мебель здесь в санузле нам изготовила фирма Фаворит. Ну и черная фурнитура, здесь вешалки. Ну, раз уж мы здесь оказались, пойдемте я покажу вам, что у нас еще на территории сделано и что будет еще сделано. Здесь у нас за моей спиной зеленая зона. Про гальку мы вам рассказывали уже. Возле входа мы поставили мусорный контейнер, который тоже делали на заказ. Нам его привезли из Новосибирска. В конце у нас есть детская площадка, которую мы скоро тоже запустим. Пока что там у нас постелена трава искусственная. В будущем там появится еще пластиковая мебель для детей, будут всякие лазейки, игрушки, будет тоже много чего интересного. Еще у нас на территории не все сделано, скоро у нас приедут лежаки, зонтики. Здесь вот будет две зоны, вот в этой части будут стоять зонты с лежаками. И в части, которая расположена перед раздевалкой. На этой территории, где детишки сейчас играют, здесь у нас будет лаунж-зона, будет стоять диван, два кресла, столик. Будет место, где посидеть, там, не знаю, поотдыхать, позагорать и все такое. Также мы установили систему контроля доступа на нашу площадку. Она называется AusWise. Работает как с приложения, так и с помощью карты. Как она работает, покажу. В приложении выбираете нужный замок, открываете его и заходите. Все очень просто и удобно. Пока на этом все. Скоро приедет мебель, мы обязательно все снимем вам и покажем, потому что мебель у нас классная, красивая. И пока!